Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. Рады приветствовать вас на вершине Кашурникова. Это финишная точка нашего сегодняшнего мероприятия, совершенного Артноа. Сегодня мы совершили восхождение в количестве 5 человек. Кашурникова — это у нас вершина, одна из вершин хребта Борос, которая находится около поселка Майна, около Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня, наконец-то, погода дала нам совершить восхождение, потому что те, кто смотрит наш влог в Ютубе, могли наблюдать, что в течение последних 4 попыток нам не удавалось совершить восхождение, так как погода прямо не пускала нас. Был шквальный ветер, мы замерзали там, боролись. И вот сегодня, наконец, был прекрасный день. Мы вышли, увидели, что вершины нам открылись. Открылась панорама. То есть не видно, к сожалению, уже не можем сейчас показать, но это просто было чудо. Мы вышли и прям поразились. Панорама 360 градусов. Нам на заднем плане вот Борос. Хребет Борос. Главный, малый, левый вдали. Снимаем мы с Кашурникова. Что хочу сказать? Ну, наконец-то это получилось. После 4 восхождений. Не знаю почему, но сегодня Борос нас пустил. Хочу поделиться своими эмоциями. Эмоций действительно много. Часть, сегодня, как я сказал, было 5 человек. Часть нашей группы хотела возвращаться, но пришлось их мотивировать, что, ребята, вот она вершина, осталась совсем маленечко. Совсем маленечко до вершины, давайте дойдем. Конечно, сейчас возвращаться будем с фонариками, но оно того стоило. Как я говорил раньше, сегодня мы ложим в свою копилочку эту еще одну вершинку. Двое наших человек сегодня здесь первый раз. К сожалению, показать не могу, можно будет посмотреть на фотографии. Мы их поздравляем с этой вершиной, вот, с их восхождением. Прекрасно, день прекрасный. Ну и хочу сказать, что, ну, я, конечно, надеялся, что народ соберется побольше. Ну, спасибо этим ребятам, 5 человек уже сегодня есть. Спасибо им за это, что они нашу волшебную и яркую компанию душевную организовали. Вот, хочется, чтобы больше людей увидело эту красоту, поэтому мы всех приглашаем в следующий раз сюда пойти с нами. Конечно, может, с погодой не повезти, да, но это горы, надо ложить в копилочку, в следующий раз повезет, как вот мы ходили. Так что всем спасибо, начнем спускаться вниз, хорошего настроения, все было классно. Спасибо моим друзьям, которые были сегодня со мной, моей собаке и вам, дорогие наши зрители. Хорошего настроения вам, хорошего отдыха, хороших гор. Удачи, счастья. Ну и до встречи. Хочу еще, кстати, сказать, что следующее мероприятие будем проводить на Таятских замках. Мы хотим организовать лыжный поход с ночевкой. На 2 или на 3 дня будем сейчас решать. Те, кто, так сказать, силен духом и не боится, вот, можете присоединиться к нам, я создам события. Так что ждем, приглашаем. Всем удачи, спасибо, хорошего настроения, будьте счастливы. Пока-пока.